такая вот погода стоит. Выпал снежок сегодня. Сейчас поедем в поля. У нас несколько дней назад был сильный ветер. И люди, короче, люди сказали, что у нас там на некоторых стогах сбило макушки. Ну вот. У нас похолодало, пришлось одеть дверь. Да, вот так вот. Дверь одевается быстро, там два этих штырька вставляются и все. И надо, короче, утеплять трактор. Капот весь изорвался. Точнее сказать, половик. Надо раскулачить Елену Степановну и, короче, забрать половик дома какой-то. Вот. Под капот. Я ей сказал сегодня, говорю, я тебя сегодня, говорю, раскулачу. Она такая недовольная стала. Говорит, вот в городе были, я вот видела там этот утеплитель капота. Вот. Мягкий. Надо было купить, там, мол, стоило что-то около 1000, что ли. Я говорю, что ее покупать? Я говорю, вон, половик возьмем, да и все. Вот так вот. Какой-то половик, или как сказать, дорожку надо. Так, сейчас мы объеду. Забросим вилы, возьмем веревку и поедем. Вот такая. Стоит примерно минус 2, минус 3. Вот. Ну, тает еще не на счетов, но я думаю, что этот снег растает. Вот. Даже если больше наметет, все равно растает. Так что поедем сейчас собирать макушки. Вишнаиды сидят в тепле. Если было бы больше снега, сантиметров 10, можно было бы на волокуши ехать. На зимний сено привезти. Но поскольку снега очень мало, поедем просто грузить макушки. Вот так вот. Надо какой-то половик. Надо половик. Без половика плохо. Thank you.
долго ехать. Надо было. Но там конкретно. Так не вытащите. Завтра день автомобилиста. Да. На самом деле тебе только разрушать, а потом вперед маленький, вперед. Трос не взяли. У меня нет. Я вон с той-то вылез. Надо было сразу попробовать накачать. Да назад уже не сдали бы. С этой. Какая тут дорога. Вот с этой вылез, а здесь застрял. И колесо у него лопнуло. Хотя там два колеса. Реально. Ну чё? Вырежешь нецензурную брань. А мы поехали, у нас там макушки, стагаз был, поехали забрать, а то так не пойдет, что не хочет, не хочет. И у нас тоже еще спорили. Сюда поехал. Ну. Ну. А там колея разве вывернет? Под колеса там что-то надо. А? Он тут не выйдет. Там.
дальше. Колесо лопнуло. Сломил. Да ладно. Да у нас макушки сдуло. Ветер вот был когда. Возьму этот Урал, там колесо еще, сука, хлопнуло, ебан. Гена вытащит. Ох, штаны порвал. Пусть протянет. Там на сухое протянет. Это сломалось или выскочило? Так, это все. Вот это погнал. Вот что. Thank you.
монтажки толкни, ломаешь. Ну вот, стой. Ну. Проутаны. Ладно. Соскользнет, ее же надо зафиксировать. Если у меня там веревки есть, то веревка отмотает эти пружинки, чтобы она не расходилась. И все. Одели? Выгнул ее. Я ему говорю, вот веревки завязать, чтобы доехать до вас, до гаража. Я ему вот выглядит, нужно на карту цепить. А вот это вон? Там и слева тут выпрямил, и все. Нет, ну, видишь, было там вот это и нет. А тут как ее выпрямишь? Дверь по чугунке надо. Нет, нет, выпрямляйся. Чугун полезки. Да она же чугунная. Да ну нахуй, вот это согну. Я согну. Молотка ни хрена нету, на. Серьезно, вот на верхнюю проблему. Снимаем. Что, далеко коровы были? А я вот дед Паши нашел в кармане. А мы не... ночью пришла одна корова. А мы не выгоняем. Что, мы тоже не будем. Значит, ну. Попробуй накачать. А, там. Да там уже не накачаешь его, наверное, его. Ну, поехали. Все, ладно. Поехали мы. Давайте. Брату привет передай. А, ну. Привет, брат, да. Привет, брат. Поехали.